А тут реально в два человека замочить этого. Ну, в один разрушитель. Да. Реально. Понятно, долго. Колчеданами бейте великана. Три себе колчеданами. Какую мне машину сидит? Любую. Главное не умереть на боссе. Нормально показывать энергию машины. Из тачки, пацаны. Карусель, карусель. Кому в машину сесть? Где ты? Голова кружится, ёбана в рот. Алло, кому в машину сесть? О, давай, Верфит, я тебя вижу, остановись, стой. Да, я сяду. Все, ты пешком иди. О, не, у разрушителя еще место есть для пассажира. Чего, пацана, на осадку, блядь? Warcraft — это единственное место, где ко мне кто-то может в машину сесть. Иди сюда. Где ты там? А вот. Сидись. Не чинитесь на тачках. Давайте, подъезжайте все. Главное, чтобы все в тачках были. В чоперах один человек только сидел. Подходите все сюда. Что мы арбитрафию делаем? Шипец, подтверждаю, Сумон. Ну как ты думаешь, если я сказал, что запустил легкий режим и не чинитесь на кружке, что мы будем делать? Кажется, простой режим будем делать. Кто умеет стакать колчеданы? Не, подбирать колчеданы. Я... Yeah. Садись и здесь. Да, не... Туда сел самокон. Дуду Дипка, садись водителем. Так, кто еще что стакает? Так, Зерил Прида, садись в звездочку. Появится моделька машины, видишь, внизу карты справа. Выбери место пассажира. Выбрал? А ну вылези, посмотрю.
А, ну все. Ты умеешь такая толчта в Zero Prida? Просто садись водителем. Садись туда, в звезду. Стакать как туда умеешь. Там первые два скилла прочитай. Бросок валуна и бросок колчедана. Колчедан — это то, что нужно настакать на боссе. Желательно 10 стаков. Точнее, не желательно, а обязательно. Чтобы этот дебаф не спадал с босса. Один стак колчедана длится 9 секунд на боссе. То есть, кинул колчедан, отчитал 5 секунд, кинул второй колчедан в босса. Между этими 5 секундами бей первым скиллом бросок валуна. Понял? Жмешь двойку, потом два раза единичку на босса, потом опять двойку. И так до тех пор, пока не наберешь 10 стаков. Ну и до конца боя. Если босс двигается на тебя, ты разворачиваешься, уезжаешь от босса, но при этом пробуешь, не пробуешь, точнее, все равно стакаешь колчедан на босса. Просто 5 секунд подождал, повернулся на босса, колчедан юзнул на босса, и опять уезжать от него. И опять через 5 секунд опять стакаешь колчедан, чтобы он не спадал с босса. Так, кто там без тачек еще есть? Седер, садись в звезду. Будешь колчеданы подбирать. Ой, ящики подбирать. Кто еще не тачку? В идеале, да. Куда сесть? Черный лимон, садись в звезду. Видишь, где звезда? Черный лимон. Напиши что-то, чтоб я не думал, что говорю в пустоту. Удялин, садись в звезду по этим. А, подожди, сядь в этот пассажирское место. У черный лимон. Удялин, садись в звезду тогда. Дудудипка, зачем вылазить? Я его туда посадил. Давайте, проедьте сюда. Там еще какое-то тело, типа, ватник. И везде подъедьте. На чопперах не должно быть пассажиров. А, Удялин, вылези и поставь шкаф. Я со сумоним Синдина. Анкокер, ты на какой машине сидишь? Тыкни на шкаф. Сумоните Синдина. Так, сейчас посмотрим, где там тачки у тебя есть еще. А, Графит, кто с тобой сидит? Шанан. Хорошо. Конкокер, садись в звездочку. Повороте, садись в чоппер. Или где ты сел? Что садиться? Куда ты сел сейчас? Нигде не сел. Садись в чоппер. Нет, не в этот чоппер, вот в этот. Звезда. Подожди. Чё подожди? Не слезь с этой машины. Чего? Макгрегорчик, кто он там? Как не слезть с его машины? А у меня же есть. Садись в звезду. Какой Макгрегор? Олег, ты меня слышишь? Я залез в какую-то осадную машину, не могу отсюда вылезти. Все, ты забагался, делай релок. Ты так всегда делал и сдыхал. Если что. Делай релок. Делай релок быстрее, садись в звезду. Сейчас. Шурупец, выйди со снаряда. Чё ты туда залез?
Шурупец, вылезь оттуда. Так, где этот чоппер? Где моя звезда? Вон звезда посередине возле шкафа. Шурупец, ты тут? Дайте еще Синди на суманю. Шурупец, раз, два, три. Ты тут? Че ты так паришься, может, убьем как есть? Бессмертие надо сделать. Так, мы не убьем бессмертие. Так, Синдин, садись в звезду. Синдин. Седер, самогон, повороте, Джерин. Джерин, повороте. Повороте. Угу. Да-да. Все, тогда пошли рушить этот, как его. Ну, трэш запускать босса. Так, Ваня и разрушители, кто сидит там, разрушители. Вы ездите там, где много колчедана. А чё кикнули? Я в РК зашёл. Я нужен что-то. Я писал тебе, говорил в РК куча раз выйдет тачки. Не отвечал, я тебя кикнул. Да я наушники распутывал. Ну ладно, хорошо тогда, давай потом после Леофана кину тебе. Ну давай. Так, кто в моей тачке там сидит? Седер, подбери один колчедан. Босс очень легкий. Не ступите, не сдохните только в тачках. 2 минуты бой длится. Максимально раньше набирайте от босса все машины. Между колчеданом подбирать, Олег, да? Постоянно. Я скажу, только да. Сейчас я 10 раз на стаку подберешь 2 колчедана. Ох, в идеале сможешь повесить проклятие или нет? Да, сейчас повешу. Настакивайте сейчас 10 сразу. Седдер, давай, подбирай один колчедан. У меня уже 10 стаков, у вас почему-то 0. Воротам Ваня есть? Ваня, подъедет, он вижу сам. Давай, закидывай его. Так, Кирилл, давай подбирай. Да, так отсюда. Тихо, подъезжай ближе к колчедану. Сбивайте каста, садки, отъезжайте. И кто там в пассажирских, юзайте щит его, молодцы. Аж трое юзны. Все, бейте только колчеданами, короче. Куча энергии у всех, колчеданов много, зафигачьте этого урода. Удиален, убегай. Трися, бабл прожал. Так. Бессмертие сделано. Идем на острову. Так. Очки на рестер шамана. Чё-то вы зимой для натуре ездил, блядь. Кольцо на Эрдруна офф ролим. Там этот ралли, если что, ралли, Мараксис, ты тут, тут ТД собирает. Да. Красиней возьму тебя в рейд. Здорово, Лёв. Нахуй. Пидор. Так, кто там еще хоть просился в рейд? Не. Ну, шоу тебе. Олег, поменяй меня и Пеппера местами. Пеппер, ты ретрик, типа? Да-да-да. Т-
Так, давайте так. Давайте шкафчик еще разок. Вот рыба стоит по лабафам. Пеппер. Пеппер, спекайся в хила. Будешь кресты раздавать, Джерин, кулаки, тряся каски, точняк, щиты. Протопал, какие кулаки? А, ты протопал, ну тогда точняк кулаки, а ты щиты. Сумонь, давайте так, тут короче все очень просто, надо не умереть, то есть появляется трэш, вы не врываетесь первые секунды, ждете пока трэш нагрет танки, потом сливаете его, все очень просто. В этих синих лужах не стоим. Вот. Кто первый раз в льде? Ретри, ты первый раз в льде? Тыкните на сумон. Ралли подтверждает сумон. А не будем делать еще а типа. Потерять 25 штук. Не, ну просто на быстрый пронос в этот раз. Так, все здесь. Баф. Да, с плюс 0 еще. Давайте фулбаф и тирейд. Крест по шаманам, пеппер по друидам. Макгрегор, спекайся тоже в танка. Поможешь трэш подержать. Чек на пул. Я спекаюсь. Давай. Алло, я распекнулся. Так, все запускаю. Ретрия тут? Ретрия. Тут. Ты знаешь тактики на льду? Да. Хорошо, мы сейчас просто всех боссов будем стараться без смертей делать. Вроде бы тут как бы по отдельности не засчитывается. В смысле? В смысле, можете сегодня... Нет, это я знаю. Да, но хотелось бы за фулл инст всех боссов убить сразу. Без мельфей. Так. ДД, отойдите подальше. Пускай танки нагрят. Слушай, выходим. Точняк уже стоит. Не жарим, что ли, или что? Нет. Ну, хочешь грини, я тебя отжарю. Пошел. Просто уже сижу, ставлю тут, бля. Ты сказали, что сегодня на фаст пронос не будет, было бы почти делать. Ты только проснулся. Ну, кстати, что плюс надо делать не будем? Да, видимо. Будем. Защиты от огня, зачем вы поставили? Ну, пиздец. Да, у нас 10 паладинов. Распределять ауры. Давайте, заливайте трэш. Через 10 секунд босс спускается. Отдаем рост. Сводите в одну точку мобов. Быстрее заливаем. Все, я запускаю босса. Босс спускается, мы его бьем. Спад морды босса уходим. Будет дышать. Mm-hmm.
Ну давай, мастер ауру. У кого огонь стоит, то давайте мастер ауру. Зерплайт, давай глыбу. Все, не надо, давай глыбу. Идите за агро. Джерем, давай саку. Почему-то босс поворачивается на рейд и дышит, куда попало. Бред. Его нестабильный игрок, как чемпион. Тут оно. Пошли на Юниса. Так. Поезд на распространение ходит. На Эрдру. Дай западный трансмут вот эти, или тебе надо? Ну, не надо. Пойдем. Так, ДК у нас есть. Есть. Начать кому-то надо. Я завис. Слышно меня? Да. Ладно, какая-то херень. Чистите, пока трэш сейчас зайду. Так, дуду типка, спекнись на этого босса в ДЦ. Пипер может ретрика. Надо здесь ДЦ, на этого босса. Кинь мне хилом. Сейчас. Зерги кстати делали или просто? Просто зергаем, получаем очевы бессмертей. Не могу печать забрать, что вылетел. Не забери, если тебе надо. Хорошо. Я тогда после убийства на том надо останется. Ладно. Тогда на этого босса ПДК, да, спекать? Да, все верно, протопал на трэше БДК, на боссе. На пула нет, наверное, да. Батлрап на пульно будет Найта. Потому что любят срывать агро здесь. Поднимайте меня. Ну ладно, может кого-то нет боя. Блин, зачем здесь два холипала? Спекнитесь, кто-то в ретрика.
потушите рыбу, это типа КВДЦ, 5 хилов здесь не надо. Пеппер, все, пеппер в ретрике, отлично. Кушайте рыбу. Где рыба? Дайте баф по друиду и по БК, поставьте шкаф. Давайте шкаф, сразу тык на шкаф, суммонин человека. Давайте баф по присту, тоже фулл баф. Бафайте заново все. Чек на пул. Буду дипка, сендер, синдин. Так, все готовы. Вейтнайт начинай, набирай игру на пул на Вейтнайта. Поставьте ауру от огня. Паладин не стоит? Не вижу просто. Стоит. У кого стоит? Ретри. Сейчас скажу, когда дать мастер ауру. Смотри. Давай мастер ауру. Кривой. Это хапал жмет, если что. Не будет откидывать. А там я важно, кто жмет. Ретрик или холипал. Ну вот Рейтри убираю, мастера уж огненный резист, точняк поставит. Зерил Прида, давай глыбу. Вон, плюс 100% к хосте у тебя. Что ты говоришь? Не было мастера ур. У меня, наверное, на броню стояла, это не моя. Я по характеристикам смотрел, не было увеличения. Да, просто откидывало всех, понятно, что не было. Если... Три чистые от огня. Как стоит у него от огня. Захильте его саба. Да, хотя ты сам там можешь хилиться. Джори, нахильте. Батлра похильте. Забавно, да? Вроде проходные боссы, когда говорят, мы идем на бессмертей, какая-то дрожь появляется, да? Ух ты. Блядь, по-моему, нет, не появляется. Удара. В идеале, проф. Пеппер профа есть? Есть? Сейчас, да-да-да, сейчас скину. Прикольный вот этот джазл, да, не хвасти. Ну ладно, Пеппер, где ты там? Какой путь? Красивенький, да? Ну тебе профи 450? Ну по профи да, роли. Да-да. А, 460 даже. Тебе нельзя передать, но не продать, ничего не сделать. Это умножение еще раз до 460. Так, на мейн. А этот, он катит вообще на этот, на посланника? Да. Я жезл этот катит на ПТ. Так на трансмут он нормальный. Кольцо. Две штуки. О, еще одна колечко на ПТ. Бисово вроде. Ну да, типа спекайся в ш... Хотя не, оставайся в ДЦ. Так, поставь, пожалуйста, ответственно. Ой, тьфу, блядь. Кажется, сам себя. Пробуй, сейчас. Ставьте шкаф за суммонимых. Смотри, на стене надо жезл, я тебе дам. Короче. Ну, забав, спасибо. Ну, я не забрал, он не забралась. Ставь обратно, пожалуйста. Зерил Прида, поставь, пожалуйста, стул. Макгрегор, спекайся в танка. Хорошо, блять, походу мне чуть не забирается. Ладно, подожди, последний шанс. Блять, как сделать? Сейчас. Попробуй так взять.
А, сейчас попробуем какой-то. Замоньте его пока. Да, получилось. Эти вендоры продаются, чего так партия? А, да? Ну да, кстати. Лол, лол. Че графит в кольце не отдали? Не знаю, точняк и этот... Спасибо, видно, Олег. Первая парола. Чего вы так паритесь насчет этого печенья? А, не, не первая парола. Ну, графит тогда выиграл, не заметил. Ну, передашь, трейд мне дашь, я тебе дам кольцо. Тыкайте на этот... На стол, повороте, седер готов, Джерион. Все, готово, будет найт, пуляй босса, остальные танки на трэше. Следите за агро. Режим дела? Простой режим. Появится сердце, доливаем его до 2 лямов. Сейчас посмотрим, что будет. Всех соберет в одну точку. Класс. Давайте в сердце. Танки собирайте, трэш. Большой трэш сначала не бьем, бьем сначала хламоботов. Хламоботы выходят. Давайте в хламоботов сыграем. Все, стопайте по сердцу, играйте в трэш. Слева идут хламоботы. В сердце не играйте. Справа еще 2 хламобота вышло. Давайте сначала трэш залили все. Все в трэш сыграли. Сначала хламоботов, потом остальных. Слева хламоботы идут. Отлично. Все, залили больших. Потом босса убьем. Так, все, можно ведь босса дальше. Последняя переходка будет. Потом опять залим трэш. Давайте подхильте рейд. Ауил урон идет по рейду. Давайте все в сердце сыграли. До 2 лямов. Так, стопайте по сердцу, играйте в трэш. Слева много трэша. Сначала мелких мобов, хламоботов вот этих дурачков. Потом большой трэш. Справа еще трэш вышел. Добейте сначала трэш. А, ну все, вижу. А еще чарк. Отец. Злодарь, есть? Да, есть на фул. А если есть, на продажу не взял ролли, да? Так я не продать, не так. Начался на ней. А, блядь. Это Джазл на посланника идет, поэтому рольте. Телепортируйтесь в вестибюль. Кольцо забирай себе, боешное. Но если кто-то собирает на посланника, скажите. Что за кольцо? На танка. Слава. А, ну да, танковская. Хватка ремонтника сюда. Никто вперед не идет. Слава, давай тяни ремонтника хваткой. Все, больше никто ничего не делает. Играйте точечно в него. А вот эта вот чарка, которую я выучила, она на кого идет? БДК. Я отойду на минуту. Непопулярная чарка. Я бы никому ее не чарил. Ну, высасывание крови, да. Да, да, может... Пилит. Тенканите еще раз, что за чарка? Почитать хочу. Тенканите. Давайте звездочку сыграли.
Ввиду одного слова. А мы на Алгалуна пойдем? После плюс ноль пойдем. Конечно, ДК не пойдет. ДК же не дает кровь чинить. Давайте все под босса встали, под стражу от этого дурачка. Ходят мифы, что он ауешит людей, которые далеко от него стоят. Так, по контролю звездочку. А, невосприимчивость пишет. Ну не по контролю, значит. Убейте звездочку. Давайте в одну точку сводите трэш. Джейрин, Вайт Найт, в одну точку. Вот этого дурака, кружочек, тоже сводите в одну точку. Все в кружочек встали. Под босса все встали. Заливайте АОЕ дамагом, все. Лучше бы, конечно, ралли на ханта зашел. Профитнее бы было. На Торима бы, на Вара перезашел. Ну, ралли, заходи на ханта, или ты не хочешь. Так, Макгрегор, понадобится твоя помощь потанчить босса. Хорошо. Ралли тут? Да, сюда. Зайдешь после этого босса на ханта? Здесь ничего не надо. Да нет. Кушайте рыбу, никто не умирал, поэтому надо покушать. Так, по тактике, смотрите. Большого Сталилома танчит Джерион, Малгейма танчит Макгрегор, Войт Найт танчит Грундира. Грундир звездочка, убиваем первым, второго убиваем Малгейма, кружок. Так, время, когда будем бить Малгейма, скажу, когда выйти на рейндж всем. И дать сакру. Босс кинет сначала синий кружочек, он как раз есть, видите. После того, как он пропадет, кинет большую зеленую лужу, которая наносит дамаг по вам, поэтому выходите с нее. Под эту зеленую лужу дается гим на хп и сакра, чтобы никто не умер. Так, все готовы, пошли. Танки разбирайте. Все играем звездочку по возможности. Сбивайте косты. Дополнительно чего получим? Уже не получим. Ой, пожалуйста, напомните мне, чтобы на последнем боссе я юзнул. Хотя какая разница. Сейчас. Банку? Да, уже я завязал 10 минут. Берите звездочку. Маги, вот Зерприда, выбирай таргет, цель, Малгейм, воруй с него щит, дамаж Грундира. РДД, становитесь в синий кружок. Дамаг увеличивается в синем кружке на 50%. Зелл Прида воруй щит с Малгейма. Смотрите, сейчас пропадет синий круг. Нужно будет всем выйти на дистанцию. Пока кинется желтый круг или зеленый, как он выглядит. Большой такой будет. Внимательно следите за этим. Присты гимна отхил даем потом. Все, давайте на рейндж выходим. На дистанцию все вышли. Прожимайтесь, если что.
Сейчас будет желтый круг. Отошли. Вышли. Сейчас будет желтый круг. Давай Сакру, Джерион. Графита захилите. Все, становимся в синий круг. Бейте босса. Захиливайте Джерриона. Пиздец. Фу, Макгрегор, что ты делаешь? Фу, Макгрегор 2. Ладно, это не его голову. Давайте. Давайте рост. У него власть крови включена. Да блять. Хорош. Сука. Ребята, кого? Че слайд-шоу? У меня. Немножко есть. Вчера на мече был. Да, СПС, зайдись. Блять, еще ща ачиву проебал. Там Soulfire просит сэра ДДшки в рейд. Сейчас я ему скажу, то плюсом уги. Давайте, поднимайте меня резче. Ух ты. Лоу, два меча его. Третий диск не упал, жесть. Молодцы, ребятки. Упал. Кто поранил, меча в доме. А не показывай диск, если у тебя квест сделал. Так, латный пояс на ретрика. Я сейчас сдохну от этого. От... Он набили. Энергии ресните меня, пожалуйста. Не подходи к Рейну. Нет, иди, отойди от нас. Кстати, плиз. Кстати, что тебя убило? Убило то, что Макгрегор не сменил власть. Рольки, диск. Как ты сказал? На холи пала. Извините, пожалуйста, где это? Откуда тут Кадайма какого-то фига появилась? Мечи. Точняк, передай Пеперу шлем. Собирайся, если надо, Ваня. Джерион, ты куда? Вот к вам. А давай вместе зайдем. Я... Волонировский. А, понятно. Так, идем к Алгарну, бессмертие убивать, нужно три танка. Что, на ханту схожу? Ну да, заходи на ханта. Лок в гичате плюсует, Soulfire просится в льду. Хз, кто такой? Вот и четвертый танк, пятый. Чем? Потанчить, ну мало ли, на всякий случай надо. О, я вспомнил. Так, давайте сумоним. Не, не надо. Сейчас я стрелу куплю. У меня 800 стрел осталось. Четыре. Не, здесь... Не, здесь три танка хватит на кошатницу. На всякий случай там надо будет. Давайте бафайте лока. Так, у нас здесь три танка: Войд, Макгрегор и Джерин. Первый танкит Войд, второй Джерин, третий Макгрегор. По одному стоке набираете. Когда убиваем руку, валяется 5 осколков. Танки, которые не танчат босса, забирают осколки на себя, мы их заливаем. Все по команде делается. Бьем только руку с меткой.
поставлю сейчас метку. Вот она, звезда. Только правую руку. Слили правую руку, бьем тело. Левую руку не бить. Обновляйте бабу все. Кавкер купил стрим? Да сейчас, 2к хотя бы взял, все. Так, давайте, обновляйте бафы, кто кресты раздает, должен пепер раздавать. Все, бафайте ханта полностью. Полностью забафал. Дима, дай кого-то по себе. Подождите. Сумните, пожалуйста. Чек на сейчас. Подведи, Симон. Сейчас. Приму через секунд 20. Че, по-моему, у Кирилла у Седера есть протопал, нет? Лучше бы он потанчил. Третьим танка. Здесь надо только три танка. Неважно, кто танчит. Просто серьезно. Просто пробуй. Вижу, сменил. Ретри, дай каску по лукам. Зубы просто так не кидай, скажу на кого, когда. Ну что ты так подтверждаешь, Сумон? Подожди, что-то я не могу взять квест. Блядь, все тебя не мы ждем, давай сделаешь потом. Понимаешь, мы не будем делать хардмоды, где там? Но фрей только будем делать, так что давай, принимай, Сумон, потом сдашь. Поэтому не стало. А, на волне, бля, я туплю уже. Все равно сдашь потом, блин. Да, йога куча времени. Седер, точняк. Точняк. Так, все готовы. Войд пошел на него на пол. Играем в правую руку. Джерен, забирай, играйте все в правую руку. Блин, зря прожался Джерин. Правую руку сейчас убьем. И играем все в тело. Все, теперь в тело. Макгрегор, забирай босса. Танки, которые не танчат босса, забирайте осколки на себя. Макгрегор, прожимайся. Есть еще прожимки? Есть, зубы есть. Войд, забирай, все равно руки нет, нормально. Забирай, Войд. Сейчас появится правая рука. Подожди. Джерин, забирай. Джерин, забирай. Вижу, ничего страшного. Играйте в правую руку. Через 9-8 заберу. Если что, я под баблом забираю. Не надо, тут типка, давай зубы на Макгрегора. Макгрегор, забирай. Сука, да блять. Бейте, Калагар, ну блять, Джерин, он так нажимался с пула. Вот, забирай. Поднимите Джерриона. Лубовской камень, да? Ну только дек, попадает, падает. Вот это бисовое считается? Да, 2-2-6 на КТ. Прошу тренировки. Просто она прожимная, а не пропущу. Ой, тьфу, это на милика.
холи приста. Че, Настя, Даня, тут хилы. Славик, пойдем, подрешить честь. Так, Макгрегор будет танчить босса. Ну давай, таунти на себя звезду. Не, так лучше не делать. Давай, веди сюда всех. Этим мобам можно давать стан и хир. И они не будут носить урона. Так, Макгрегор будет танчить босса, Войд будет танчить дикого защитника, когда он появится. Но до того, как мы не убьем этих четырех мобов, этих мобов будет танчить Войд и Джейвин. Пошли убивать на той стороне мобов. Поднимите людей. Достаньте моба. Просто станьте паладины. 5 секунд хватит, чтобы залить это дерьмо. Зачем ты спускался вниз? Там босс идет вверх, поднимайте, ведите. Давай, Макгрегор, таунти двух мобов, попробуй. В одного ЛП, во второго хватку. На босса сами таких мобов. Таунт. На кого ты сейчас там? Прожмись, видишь, босс вырос. 15 ретриков в рейде, никто стан не дал, никто фир не дал. У меня нету фира на друиде, извините. Думайте башкой, поднимайте людей. Не знаю, надеяться на чего не приходится на этом боссе, но попробовать стоит. Да на нем всегда кто-то дохнет. Не надо лилять. В прошлом рейде сделали без смертей. Нормально. На каждом боссе смерть. Чек на пол. Два права. Дудутипка готов? Бля, что ты там делаешь, пиздец? Дудутипка. Якорь, подожди. Поставьте шкаф за суманимом. Блять, могу, короче, отрелить на этого босса без смертей. Могу сам отрелить этого босса без смертей. Какой босс? Ты не говоришь, что ему легче надо делать. Сейчас шурпец туда ворвется, даст вихрь, подохнет, получит ДП. Ну, получит ГП, но неплохо. В следующий раз будет знать, что делать. Так и учимся. Мы будем с другой стороны бить или нет? Да, будем с другой стороны бить. В общем, смотрите, в чем смысл ачивы. Босс агрится, мобы агрятся, мы мобов сначала не бьем, потому что их 4, пока 2 танка их наагрят, секунд 3-4, потом сливаем, точно желательно, не ауе дамагом, потом вливаемся в босса, стоим в одной точечке, краткая тактика на этого босса, все, давайте. А, точняк, ты тут? Ну что за пиздец? Похуй, блядь, заебали.
Разбирайте четырех мобов. Мобов не играйте, отойдите от них подальше. Пускай разберут паладины. Сливайте мобов. Можно дать сакру. Под морды у босса главное, стойте. Последний часовой. Так. Встали под босса в звездочку. Да давайте рост. Смотрите, скоро будет большой луч такой. Скорее всего, сзади рейда, сзади звезды. С него появится дикий защитник. Надо подальше как можно отойти от этого луча. Вот себя мы сольем этого защитника. Встаньте опять звездочку. В одну точку желательно, чтобы луч прошел сзади рейда. Сейчас мелкий трэш пока вышел. Видите луч, сразу бегите вперед за спину босса. Сейчас будет луч. Отбежали, отбежали за спину. Войд, лови моба. Играйте в моба. Вот он как где. Отводи босса от лужи. Отводи босса от лужи и встали все в морду. Отведи подальше, подальше отводи. С этой лужи выйдет второй защитник. Ну, хватит вести босса, под морду все становимся. Сейчас выйдет второй защитник. 10 секунд, кажется. Сейчас выйдет защитник, готовься. Все, сливайте защитника. Все защитника сливаем. Кружочек быстрее. Отошли от защитника. Давай, ДД типка, гим на ХП. Стали под морду. Идем на ходе. Сегодня давай на бух. Дорогу пока. Брала. Тело на танка. Так, играем в игру. Кто агрит сугроб, получает 100 ГП. Чтобы не агрит сугроб, нужно его оббегать. Не визуально оббегать, а где-то метров 5-10. И сразу вас предупреждаю, петы тоже агрит сугроб. Да, лучше уберите их. Есть невидимый сугроб. Сколько тебя сколько? Тут пояс в луте. Супер, спасибо. Олег, а можно на этого босса не сидеть? Я там тактику вообще не знаю. Стоять? Такая тактика. Стоишь, бьешь босса, видишь, что на тебе копится дебаф, трескучий мороз. Справа, где Гера пишется. Двигаешься, дебаф пропадает, это первое чего. Вторая чива. Босс с потолка вызывает, короче, поток луж. Видно такие лужи, видишь? Лужа АДК кинул, красная такая. Ну. Будет не красная лужа, а белая. Рядом с ней нужно встать, рядом с ней. Подождать, пока туда нальется лужа, вот этот снежный ком будет, и в него забежать. Ему надо рядом становиться, а не прямо в него забегать, в эту лужу, потому что после того, как ты забежишь в нее, кинется вот этот снежный ком, тебя откинет от этой лужи, и ты не сможешь не успеешь забежать в нее обратно, и ты заморозишься, ты провалишь на мочили. А, я уже понял. Это две чивы основные, тут больше ничего не надо делать, просто стоять, бегать, дамажить, все. Следить за вот этими лужами, которые появляются в комнате. Мороз-мороз, да, называется чива? Ой, мороз-мороз, это да, это ачива с этими двумя метками. Похолодание — это ачива с дебафами. Нужно просто двигаться и дамажить. Все, ты никогда не провалишь эту ачиву. Мы сделаем просто без смертей. Да уже есть смерти. Ставь кнопку на ПТР, пусть бегает за мной. Заделите, как звезда оббегает этот сугроб, видишь, ничего не агрится.
Оп. И все. Мы сэкономили 30 секунд. Самогон, давай, ты сможешь. Кто-то сагрил судьбу. Где? Ну вон он идет. Не сугроб. Я в ДД спит, да, Макгрегор? Да, все в ДД. Один танк остается, дудутипка в ШП. Здесь два хила захилят. Все, и один танк затанчит, все. Кушайте рыбу.